Группами восьмых 81-го перекличка. 82-й на месте. На связи. 82-го понял. 83-й. 83-й Олег, он пока спускается. 84-й... 84-й готов. Все понял. Прикрытие 31-й, 32-й на месте. 35-й, 36-й. Ой, 35-й, 36-й, да. Все, понял. Так, хорошо, ожидаем пока. Сейчас группа К-50, через минуту будет летать. Так, группе 81-го и прикрытие приготовиться к взлету. Взлетаем по вертолетному в зоне. Взлет. Первый на весеннем. Второй как? 82-й на весеннем. Понял, погнали в разгон. Андрюха, прикрытие как выполнить взлет доложить? Понял, оставайтесь позади метров 500. 84-й группа в сборе. Понял, спасибо. Внимание, группа 81-го от аэродрома отошла. Группа 81-го и 35-го переходим. На 863-й, на следующий канал, на боевой. На прямой. Ну, 81-й, это 10-й. Запрашивал, в общем-то, молчал. 41-й, он отвечал. Как у вас дела, вы к аэродрому подходите, нет? Да, я ждал, не думал, а сейчас будем подходить. 3-4. Понял, мы на полпути к точке загрузки десанта. Понял. Группы 81-го строимся в колонну. Группа 35-го, отходите правее от впереди населенного пункта, там мы будем подбирать пехоту. Будьте на западе в кругу, пока мы не скажем. Обратите внимание, на 11 часов стоят грузовики и площадка посадки, посадки десанта. Там стоят группы, нам необходимо забрать те, которые вот правее находятся, 4 группы. Наверное, по парам будем забирать. И, соответственно, первый заберет первую группу, второй вторую, третий третью, четвертую четвертую. Первый начинаю влево. Первый и второй гасим скорость и начинаем влево на площадку. Третий и четвертый здесь в левую орбиту встанете, подождете, пока мы не найдем. И потом по моей команде подойдете на погрузку. Погрузку закончил, по-моему, второй тоже, да? Так точно, второй погрузка десанта на борт закончил. Взлетаем. Первый на весенний. Все, Костя, держись за Олегом, он тебя заводит. Мы тут в правый круг встанем, скорость 170. 41-й, 10-м. Принял, 107.
84-й погрузку закончил. Понял, приготовься, сейчас будем летать. 31-й, 81-й. 31-й, например. Мы загрузили десант, выдвигаемся, так что можете лететь и атаковать цель. 31-й, вас понял. 81-й, разгоняю до 240, прикрытие, давайте за нами, наблюдайте нас. 81-й, 82-й, порядок, прежде. Давайте в колонии идти, не будем менять. Можно и в шахматном порядке, то есть второй немножко правее, третий за мной, четвертый немножко правее. Чтобы если вдруг начнете перегонять, то было куда как бы уходить. Принял второй снимать. 84-й, докладываю, группа в сборе. Понял, спасибо. Разгоняемся 240. Характерный ориентир для отхода на базу. Слева какая-то дамба большая. И кран около нее. Это 81-й. Подходим. Нам секунд 30 до подхода к базе. Высаживаемся на севере. Третьему и четвертому разворот правым на обратный. И только на обратный. Дальше направо туда не уходите, только обратным курсом отходите. Понял. Отхожу, первый отхожу левым и снова туда же будем высаживать прямо в поле перед этими ангарами. Второй понял, следую за тобой. Понял, давай, держись. Скорость 150 левым и на посадку. Первый высадил за тобой. Давай, высаживай, я крою тебя. Принял. С какой стороны я? Десанта. Второй посадка. Справа от блокпоста. Третий, четвертый тоже садитесь. Справа, в это же место. Второй выстрел десанта произвел. Взлет. Второго понял, давай, я перед тобой. Второй в воздухе. По тебе работу первый. Понял, отваливаем левым на обратный. Слева автомобиль, можешь уебать его, там где с двумя горящими ряд. Да, я как раз по ним работаю, сейчас выйду. Первый разворачиваюсь. На боевой, кроем группу нашу. После 4-й высадку произвел, слетаю. А, 33-й, 32-й, да, здесь? Так, все понятно. Перехожу под команду, не свою. Первый сели в буряках, шлем вызывали. Первого, 31-го понял. В группе 81-го, всем отход на 90. Десант 83. Ура! 81-й, ответь 84-му. 84-й, я тебя слышу, ты меня слышишь? Мне выбили радиостанцию, могу сидеть только на основной, на общей. Все понял. Отходим на 90. Отходим. Всем группам отход. Всем группам отход на точку начала атаки и оттуда на точку погрузки.
десанта, а потом на базу. Принято. Колонну противника наблюдает этого танка. А где от базы? Южнее, восточнее?